Видео автоматом сохранилось. Чувствую себя в сталкере. Тут голуби раньше были все обосраны. Чувствую себя ниндзя. Дверка. Вот этого ящика не было. Какого? Да, ящика этого не было вчера. А не, это щиток, он тут был. Его сломали тут. А чё? Чё? А, точняк. Где выход? А, вон он. Бля, я сказал, я вчера закрывал какой-то чердак. И тут лестница по-другому стояла. А, была возле стенки. И лестница возле стенки была. Я говорю, чердак я закрывал. Фу, бля, говно. О. Сумка. Сумка на двери висит. Сюда иди, башка. Там сумка на двери висит. Какой сваливаем, чё ты? Да ничего не открыли. Пиздиться, если что, будем. Башка тем более любит попиздиться. Башка, выйди. Тихо, погнали в комнатку детка. Пашка, погнали туда. Вот эта комната. Фух, как жалко, что камера не придает. Как я тогда закрывал эту дверь? Сколько как-то тогда закрыл не так вот? Этой полкой. Не, я вообще железкой закрывал своей. А в следующий день пришел, я тут уже не было. Скрин потом сделаю. Ходили, вот гуляли. О, тут тогда самолетик, помнишь, был? Да. Помнишь, да, раньше самолет был. Где, да? Я всегда, когда хожу в заброшках, я окна открываю. Ой. Если что, потом залезем. И что, куда он? Страшновато, если честно. Призик. Гандон. Ебать, да, мы сидим, не нашел.
Знаете, мы в втором падике. Во втором падике я не знаю, как открывать. Кого? Ой, дверь закрывать. Я только первым закрывал. Прямо бежать. Нафиг. И чё?